Мы попробовали, прежде всего, основное, ради чего мы здесь собрались, это рыбные пироги, так называемые рыбники, как их испокон веков здесь называют. И не только здесь, вообще на севере России, но сергеевский рыбник имеет свою особенность. Это вот большое количество зеленого лука или репчатого лука. И сегодня, например, был пирог с икрой леща. Но это уже само по себе необычно, это очень вкусно. Федерального уровня и поварского сообщества сюда, и общественных деятелей. То есть здесь такое презентабельное жюри из лучших специалистов по русской кухне. Это, ну, в общем-то, на рядовые мероприятия они не поедут. Потому что здесь они сами сюда приезжают из года в год и видят динамику вот эту. И то, что здесь даже уже прослеживается, что дети там с 13 лет участвуют. Сейчас ей девочке уже Варваре 15 лет, и она займет первое место у профессионалов. Потому что на самом деле есть к чему стремиться. И вот этот энтузиазм, вот это желание местных жителей это все делать, это на самом деле дорогого стоит. И очень рада, что это все приживается, значит, это так должно быть, это наше. Потому что если бы традиция была вымышленная, она бы не прижилась, она бы умерла.